Захламил городскую территорию – получи штраф. Житель дома номер 10 по улице 1 Волгоградская распилил березу о ветке, перетаскал подальше от дома прямо к остановке общественного транспорта. Об этом стало известно комитету по муниципальному контролю, специалисты которого вышли к нарушителю на дом с предписанием, обязывающим его очистить территорию от веток. Однако до хозяина дома не достучались, а может, он попросту отсутствовал. Однако предписание нарушитель все-таки получит по почте. А в случае неисполнения будет оштрафован. Да, указанные предписания будут направлены заказным письмом с уведомлением. При получении этого предписания, соответственно, будет отсчитываться срок 3 дня, который указан в предписании. За неисполнение указанного предписания собственник будет вызван на составление протокола по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В последующем этот протокол будет направлен в мировой суд для рассмотрения, где ему грозит штраф от 300 до 500 рублей. Если он не вывезет, будет, соответственно, выдано повторное предписание. И так будет повторяться до полного исполнения. Выдано предписание, составлен протокол. Предписание и протокол.